Роза! Да, Клара? Знаешь, о чем я сейчас думаю? Конечно, знаю, Клара. Нет, я не о пицце. Не о пицце? Нет. Ты думаешь, не о пицце? Я заинтригована. О чем ты думаешь, Клара? Я вот думаю, что бы такое нам придумать, чтобы наши имена всем мужчинам врезались в память. Кларочка, дорогая моя, чтобы всем мужчинам наши имена врезались в память, нас должны звать Снежана и Анжелика. Да нет, Роза, я не об этом. Понимаешь, давай придумаем праздник, чтобы женщины ничего не делали, а мужики им цветы несли. Похороны? Клара, ну... Да ну нет, Роза. Понимаешь, праздник, чтобы отдохнуть. Вот утром встала, и тебе даже еду готовить не надо. Наоборот, еду тебе приносят. Я в тюрьму больше не сяду, Клара. Господи, да просто праздник для женщин. Праздник для женщин? Да. Интересно. И что мы будем делать в этот Ничего. Праздник? Ничего. Ничего? Слушай, так прямо заманчиво, заманчиво. Мне так иногда хочется, так минутку-другую ничего не поделать. Минутку? Час! Час? Клара, ты сумасшедшая! Ты бунтарка, Клара! Ты крейзи, час ничего не... Да, международный женский час! Ну вот так, допустим, в два легла, в четыре встала. И вот этот час... С 4 до 5 можно ничего не делать. Боже мой, делать час ничего не делать. А что можно не делать? Да что хочешь. Все, что хочу. К черту час! 2 часа! 2 часа? Да. 2 часа! Ты сумасшедшая, Клара! Ты обгоняешь свое время! Ты бомбическая, Клара! Интересно, а как к этому мужчины отнесутся? Сейчас узнаем. Позовем соседа нашего. А, господин Маркс! Карл! Карл, идите сюда! Мы такое придумали. Ну. Вот как вы отнесетесь к тому, что мы с Кларой 2 часа ничего не будем делать? Замечательно. Обычно вы 12 часов ничего не делаете. А тут всего лишь 2. Великолепно! Хам! Вот это Адамово племя! Ох, мужики, ну сейчас я им задам. Значит так, Роза, ничего не делать мы будем не 2 часа. 3? Нет. 4? День! Ну... Международный женский день! Да! Я только что была в коме, мне там сказали правильно, Клара, правильно! Что, вот что, отлично, что? Ничего не делать, будет этакий ежегодный женский шаббат. И ничего не будем делать, а мужики нам будут еще и подарки дарить. Да не, ну они не станут, они не поведутся, они законят, Клара! Клара! Ну не отвлекайтесь, ну что там дальше, Чёртова ну что? Дудка. Когда мы будем вот это вот праздновать-то, когда? Вот это вот, что когда? Мы придумываем? Когда? Когда? Какое сегодня число? 18 февраля. 8 марта. Логично. Логично. Записывай, пока меня прет. Я запомню. Значит так, мужики будут подарки дарить за то, что мы ничего не делаем. А если мужик подарок не подарил, на него можно будет обидеться вот так. Обидеться? Он тебе по плечу будет. А ты раз так можешь и плечом руку скинуть. Боже мой. Он тебя спросит, что случилось, а ты ему... Ничего. Попробуй, попробуй. Давай попробуй, давай. Попробуй. Что случилось-то? Ничего. Ты прямо бесишь меня сейчас. Хочешь как гитлер. А нельзя, нельзя, нельзя. Женский праздник. Какая ты коварная, типа лица, Клара.